Здравствуйте, наши многоуважаемые подписчики! Приветствую вас, Алексей, эксперт по недвижимости на нашем канале «Стройгарант Анапа». Мы с вами сегодня в станице Гастагаевской, которая расположена всего лишь в 20 километрах до моря. Ну, это примерно 20 минут езды. Вкратце об инфраструктуре. От этого дома до школы я сам замерил буквально 10 минут пешком. До остановки городского транспорта, ну, общественного транспорта, буквально 7 минут пешком. Там же магазин. До центра максимум 5 минут на автомобиле. Отличительной чертой расположения данного дома это вот этот вот проезд. И это жирный плюс. Объясню почему. Ваш дом, он расположен немножко обособленно. То есть как особняком. Давайте пройдем и покажу. Что я имею в виду? То есть с левой стороны никого, с правой стороны никого. И обратите внимание, там тоже никого. То есть никто не сможет обеспокоить ваш покой. Вкратце о коммуникациях. 15 киловатт, индивидуальный септик 20 кубов и центральная вода. А теперь немножко об экстерьере данного дома. Выполнен он в цвете серый графит. Стены покрыты декоративной штукатуркой немецкой Баумит, в рецептуру которой входит лак. Это надежно. Обратите внимание на крыльцо данного дома. Оно имеет два лестничных марша. Выходите из дома, направо пойдешь, до моря дойдешь, налево пойдешь, на свой участок попадешь. А теперь добро пожаловать в дом! Зайдя в дом, вы попадаете в прихожую. Она достаточных размеров для того, чтобы сюда разместить шкаф-купе. Далее мы с вами проходим в коридор. С левой стороны у нас расположено две спальни. Прямо санузел и с правой стороны кухня-гостиная с выходом на террасу. Спальня номер один. Высота потолка 3 метра. Поклеены уже обои в пастельных тонах. Ламинат 34 класса. Также во всем доме установлены окна двухкамерные, то есть три стекла. Спальня номер два. Обратите внимание, то, что везде уже установлены розетки. И, кстати, да, в каждой комнате, в каждом помещении установлена розетка под сплит-систему. Санузел облицован уже плиткой. Гармония. Как вы видите, здесь уже сделана вся разводка под сантехнику. Также здесь пластиковый потолок с осветительными приборами и активной вытяжкой. Проблем с конденсатом у вас не будет. Также в прихожей есть выход на чердак. Там вы сможете располагать свои какие-то вещи. Сейчас мы находимся с вами в кухне-гостиной, а именно в кухонной зоне. В кухонной зоне у нас плитка, в гостиной зоне у нас также 34-й ламинат серых оттенков, светло-серых оттенков. В кухонной зоне большое количество розеток, для того, чтобы вы не использовали никакие удлинители. Здесь спокойно можно подключить и холодильник, и посудомоечную машину, и кофеварку, все что угодно. Это для вас, хозяйки, сделано. Гостиная зона. Также розеточки, розетка под телевизор, розеточка под сплит-систему. Просторно. И отсюда мы с вами попадаем на террасу. Вот с таким вот видом. И вот эти вот два благородных дерева вам в подарок от кубанской земли. Дом расположен на участке 8 соток, площадью 70 квадратных метров, в котором две спальни,
16 квадратных метров и 12 квадратных метров. Санузел 6 квадратных метров, коридор 6, прихожая 4, гостиная 25 квадратных метров, а также терраса, которая не входит в площадь дома, 22,5 квадратных метра, и бойлерная в районе 5 квадратных метров. Сейчас хочу вам рассказать об отоплении данного дома. Конечно же, радиаторы будут в каждой комнате. При этом разводка под теплые полы. Теплые полы по всей площади дома. Ну что, друзья, вот я вам показал дом площадью 70 квадратных метров. Цену этого дома вы можете увидеть в описании данного видео. Что вы приобретаете? Вы приобретаете не только дом, вы приобретаете 20 минут до моря, расположение данного дома и хорошее настроение. Если же у вас появятся вопросы, они у вас появятся, конечно же, звоните по номеру телефона, который вы увидите ниже. Также оставляйте свои комментарии и палец вверх. С вами был Алексей. До новых встреч!